Форма с иголочки, боевой дух на высоте. Этого дня многие мальчишки ждали все лето. Последние его деньки упорно готовились к торжественной линейке на плацу. Многие, чтобы стать кадетами, приехали в Самару издалека. Мы вообще долго готовились, каждый день, даже уставали, маршировали. В других школах, когда немножко скучновато было учиться, сейчас я прям с радостью буду. С не меньшим волнением День знаний ждали и те, кто учится здесь не первый год. Многие уже определились с будущей профессией. В будущем хочу служить в полиции, защищать родину, служить России, ловить преступников. Растить кадры с молоду – задача, которую ставит перед собой руководство областного главка МВД. По словам Сергея Солодовникова, учеба в кадетском корпусе – хорошая школа жизни для каждого курсанта. Служение же начинается для них сегодня с хорошей учебы, с правильного ношения формы, да, с культуры, с высокой глубокой нравственности, которая сегодня именно, так сказать, это образовательное учреждение будет им сегодня вкладывать в их сознание. Для эффективной учебы нужна крепкая материально-техническая база. В этом году было принято решение о передаче здания Центра профподготовки областного главка кадетскому корпусу. В ближайшем будущем на его территории также построят новое 4-этажное здание спального корпуса. Средства из федерального бюджета на эти цели уже сформированы. Позволит нам разместить еще не менее 150-200 кадетов, но уже в более современных условиях, отвечающих всем сегодняшним требованиям. Пока руководители и офицеры обсуждали планы на будущее, кадеты отправились в классы. Через несколько лет им предстоит нести ответственность за безопасность жителей Самарской области, а может быть и всей страны. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.